В городе Эмба Мугалжарского района с 2020 года возобновили работы по ремонту тепловозов и вагонов. Практику возродила одна из компаний, которая теперь оказывает услуги по техническому обслуживанию подвижного состава. Простаивающее долгое время депо сотрудники предприятия отремонтировали и наладили работы в перспективе повышения уровня по техническому обслуживанию железнодорожной техники. Эмбинское ремонтное депо – проект нужный и важный. В городе действует два железнодорожных депо. Одно из них – локомотивное, находится на балансе компании «Казахстан Теміржолы», а второе – ремонтное, простаивающее с 2009 года предприятие. В 2019 году его приобрело крупное акционерное общество, и уже год спустя здесь начались работы по ремонту тепловозов и вагонов различной степени сложности. Мы работаем по направлениям ТО-3, ТО-6 и ТО-7. Это стадии технического обслуживания тепловозов и вагонов. В основном меняем масло и ремонтируем ходовую часть. ТО-3 включает в себя обслуживание и испытание тормозного оборудования, скоростимеров, автоматической локомотивной сигнализации, колесных пар. Основное направление стадии ТО-6 предусматривает продление срока эксплуатации техники. Проводится тщательная диагностика основных узлов, оценивается общее состояние и ресурс. Я 2 года здесь работаю. Уже отремонтировали много единиц техники. Созданы все условия для нас. Хорошая заработная плата. Важно подчеркнуть, что минимальная заработная плата сотрудников от 120 тысяч тенге и выше. Депо располагается на площади в 1,5 гектара. И с 2019 года, когда частная компания приобрела объект, проведена большая работа. Это касается не только ремонта базы, но и благоустройства территории. Спрос на услуги большой, подчеркивают представители акционерного общества. До 25 заказов по ремонту вагонов поступает в месяц. Оборудование в основной массе казахстанского производства, а запчасти завозятся из России. Открыли вагонный цех, тут сейчас, где мы находимся, сегодня. А вагон, который прибыл утром, уже колесные пары поменяли, готовим к выходу. Дальнейшие планы, готовимся на большой ремонт ТО-8. Сейчас закупаем насчет запчасти, устанавливаем оборудование старое, которое не работает. В процессе до Нового года, мы думаем, ТО-8 возьмем, большой ремонт. Насчет здания проводится ремонт. Конечно, еще, к сожалению, не закончили. Сейчас по нехватке специалистов мы вызываем больших специалистов к ремонту ТО-8 на этот большой тепловоз. Сейчас готовим гостиницу. Гостиница для вахтовиков готова. Всего в компании работает 48 человек. 7 из них трудятся вахтовым методом. И именно для проживания вахтовиков была отремонтирована гостиница. Также здесь продолжаются работы по благоустройству территории. Рядом с ремонтным депо уже долгие годы стоит старый паровоз 1950 года выпуска. Он находится на балансе и нас компании «Казахстан Теміржолы». Однако руководители предприятия, которые возобновили практику ремонта тепловозов и вагонов, намерены привести его в порядок, покрасить и сделать своего рода музейным экспонатом. Николай Сырбов, Бакыжан Едигеев, телеканал «Актобе».